Финал первенства России по волейболу среди юношей 2010-2011 годов рождения завершился в городе Волжский. В последний день за медали спорили парни из Заводоуковска. В матче за третье место команда Михаила Жевшика играла со сборной «Москва-3». Стартовый сет остался за столичной командой 25-22. Две следующие партии довольно уверенно забрали сибиряки – 25-18, 25-19. И все же до медали команда из Тюменской области дотянуться не смогла. Москвичи сначала взяли четвертый отрезок 25-20, а затем удача улыбнулась им и на тайбрейк. 15-12. Турнир среди девушек той же возрастной группы прошел в Анапе. Здесь выступали сразу две команды нашего региона. Тоже мимо подиума, но сумели войти в топ-10. Волейболистки из Тюмени в итоговом протоколе 7-е, а тополячки 9-е.